Ребята, поприветствуем город Серпухов с, как говорится, измотанным и дезориентированным народом. А у меня, я сейчас наугад двигаюсь к своей священной горе, где читал год назад «Эликсиры сатаны», что, собственно, сейчас я тоже там собираюсь, как говорится, почитать там и так далее. Почитать, подумать. А что говорить? Действует все та же прописная истина. Важно не где, а с кем. Понятно, что вон колонка, видишь, вон колонка в центре карты. Понятно, что старый город, одноэтажный, тихий, это лучше, чем, наверное, Манхэттен. Но со всеми, как говорится, вытекающими. Понимаешь, человек... Для человека норма, это быть в тупике. То есть это нормальное, совершенно жизненное состояние, понимаешь? Абсолютно нормально. Если кто-то вдруг еще считает, что тупик это не норма, это норма. И я тоже в тупике. Мне, как говорится, что мне помогает выбраться из тупика? Не знаю, что помогает, не знаю. Нет, помогает YouTube-канал, это 100 пудов. Так, осторожно тут, внимательно, блин. Я тут местных правил не знаю. Я тут просто турист. Да, помогает YouTube-канал. Помогают мои друзья, помогают мои родные. Помогает моя природа, мое здоровье, мое образование, мой рок-н-ролл. Все помогает, очень много чего помогает. И вот из этого все и состоит, понимаешь? Мы все в тупике, каждый из нас. И даже если кто-то из нас захочет очень сильно помочь, так сказать, своему ближнему и дальнему... А, мне кажется, туда надо было ехать. А, ну ладно, сейчас он заверну. То ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Значит, причин несколько... Как минимум две. Во-первых, само, возможно, само устройство матрицы, сама ее физика подразумевает, что каждый из нас должен быть в тупике, и, как говорится, иного варианта нет. Второе, это может быть и чья-то воля. Валиса, всеобщая автономная логическая интеллектуальная система, как пишет Филипп Дик. Ну, что угодно. Просто факт остается фактом. И все так же, как сказал Гендлин на матче Кличко-Шаффорд про, собственно говоря, лагерь Шаффорда. Никто особой радости тут не испытывает. Никакой радости я не испытываю. Я, ну да, конечно, рост подписчиков на канале, внимание зрителей и то, что, в общем, я практически не получаю плохих комментариев. Это все... помогает, это все круто. И когда я стану, если стану там миллионником, блогером, то это тоже круто, да. Но это ничего не решает. Ничего. Это не выводит из тупика. Элвис был в тупике. Ну, а как говорится, с этим быть? Опять же говорю, что есть моменты, которые помогают. Определенные моменты, они помогают. И нужно, чтобы этих моментов было как можно больше. И еще к тому же по принципу не навреди. Понимаешь, как это? Эскулап или кто там? Авиценна? Нет, не Авиценна. Ну, кто-то там из столпов медицины говорил, что главное в медицине не навредить. Да. То же самое главное и в жизни. Если люди перестанут друг другу гадить в открытую, просто в открытую, потому что я вижу, что усилия, бюджеты тратятся просто, чтобы гадить друг другу. Соревнования в том, кто больше нагадит, оправдываясь это какими-то мне лично непонятными целями, ну ладно. Поэтому, понимаешь, надо хотя бы перестать гадить. А там, как говорится, все образуется. Вот на эту гору я и приехал. Сейчас буду парковаться и увидимся в следующем видео.